Добрый день. Недавно у нескольких ютубчан увидел видео про то, как очистить сковороду. Вот она такая обгоревшаяся, вот видите. Предлагали они одно и то же, видимо, кто-то у кого-то утащил, либо все они утащили еще у какого-нибудь там, не знаю, англоязычного источника. Ну, так как говорится, их дело, кто у кого, кто там первый. Предлагают нагреть сковороду, потом остудить, ну и оно отвалится. Метод старый, так от ржавчины избавляется, но небезопасный. Сковороды бывают алюминиевые, бывают еще нагревать, остывать. Это вы сами понимаете, это термическая обработка металла. Можно его закалить, можно его отпустить, в результате окажется у вас. Можно, если алюминиевый, просто расплавить кусок. Плюс вот в квартире горелками тут какими-то ацетиленовыми или еще какими-то. Ну, сами понимаете, это неудачный вариант. Я вам сейчас покажу метод проще. Нам понадобится что? Нам понадобится резец. Ну, вот что у нас получилось. Не знаю, по скорости, ну, может там как-то с нагреванием быстрее, но, во-первых, это безопаснее, проще, дешевле и вполне, по-моему, приемлемый результат. Можно, конечно, дочистить там до блеска, но мне задачи не было, мне надо было снять гарь, чтобы она, ну, лучше, передача, так сказать, тепла происходила. Все, благодарю за внимание.